Некоторые говорят, что им стыдно за свои ошибки. Но вообще стыд – это эмоция, которую испытывает человек, которого взяли с поличным. То есть он делал что-то предосудительное, и вот его взяли с поличным. Вот. Это стыд. Это биологический принцип этой эмоции. Но если вы сделали ошибку, возможно, вы сами взяли себя с поличным для того, что вы считаете, что вы святее Папы Римского и умнее Эйнштейна, Дарвина и Конфуция со Сократом в одном лице. И они все ошибались. Это неизбежно. Вопрос не в том, что вы как-то стыдитесь за ошибку. Вопрос, как вы прошли через нее. Потому что ошибка, она приводит к последствиям. Последствия ударяют по вам. И вот этот удар нужно честно, спокойно принять. И, как бы сказать, так, отряхнувшись, сказать, ну, теперь я умнее на одну ошибку. И двигаться дальше.